Алло. Алло, да. Смотри, такая ситуация. Мы сейчас в районе Амстора на ЖД. Только что здесь отработал миномет. Угу. Нас здесь мало, в принципе, нужна помощь. Сейчас группа ДОКа там, как раз, сейчас у тебя... Вот этот телефон дать? Да, это телефон, да, и сейчас будем поговорить. Хорошо, давай. Да, давай. Тут опять... Вот, мы, я слышу, мы вот, как раз возле нас, вот, сейчас, бьют. Не поймем где. Мы вот петляем по улицам здесь, рядом вообще, со двора. Вот, со двора нашли где. Ну, точно этот квадрат, возле машин прям. Возле ДСАФТа. Возле ДСАФа? Он там работал вчера, возле ДСАФа. Аккуратно только там, блин. Ага, вот, со двора ДСАФТа. А, тут ополчение, Владимирович. А? Ну, то не по телефону. Нет, то не те, то наши. Так это наши работают, да? Да. Мы нашли. Они тут, во дворе. Нашли, все, хорошо, ладно, хорошо, да. давай. Алло. Слышишь? А. Так это наш миномет, да? Да. Ну вот, сейчас еще один выстрел. Все, понял, хорошо, понял, все.